На автодороге Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре мопед, на котором ехали два человека, столкнулся с грузовиком. Водитель скутера погиб. Пассажирку доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Жизнь молодой хабаровчанки врачи спасли, однако полученные ей травмы угрожают инвалидностью. Из приемного покоя 19-летнюю пострадавшую сразу же отправили в операционную. Врачам буквально пришлось собирать осколки тазовых костей в единое целое. 23-летнего раненого врачи не рискнули вести далеко и отправили в ближайшую больницу, в Князеволконское. Но спасти жизнь молодого человека не удалось. Автокатастрофа произошла на глазах множества очевидцев. Мопед выезжал из проулка. Самосвал, груженный 25 тоннами сланца, двигался по федеральной дороге в направлении Хабаровска. Мопед ехал со стороны поселка. Ага. В том направлении. Через дорогу. Кура Бюрос, Комсомольский. Ну, самосвал. И он написал слово, выскочил. Мужчина предоставил полицейским запись своего видеорегистратора. Картину аварии запечатлели и камеры видеонаблюдения, расположенного у дороги магазина. Очевидец движется навстречу самосвалу, и Века появляется вдалеке. Справа уже виднеется мопед, мчащийся по проселочной дороге на высокой скорости. Вторая запись дает представление о том, почему шофер грузовика никак не мог предотвратить аварию. Я их увидел уже на середине дороги, когда они уже вот на мою полосу пошли. Я начал тормозить, а до них остался метр. Скутер оказывается буквально раздавлен многотонной машиной. Люди отлетают на несколько метров вперед. Сразу подбежала женщина, остановилась. Она медик. Сразу подбежала, давай помощь, не трогать. То, что осталось от мопеда, напоминает скорее груду металла и пластика. Полицейским не удалось установить даже марку скутера. Пока неизвестно и то, кто был за рулем. У очевидцев аварии сложилось впечатление, что управляла мопедом девушка. Но разглядеть это наверняка так никто и не смог. Известно, что и молодой человек, и его пассия – жители Хабаровска. В село они приехали на празднование свадьбы брата юноши. С места происшествия Кирилл Новиков, Татьяна Шамбурова и Александр Савчук. У краевого дендропарка в автокатастрофе погиб пассажир легковой машины. Он ехал в иномарке, которая после серии мелких столкновений врезалась в автобус. Водитель бросил разбитую машину с умирающим товарищем и сбежал в обществе еще одного пассажира. Убил и ушел. Видео с места событий. Белый седан мчался по улице Широнова вдоль трамвайных путей. У пересечения с Волочаевской его водитель на полном ходу попытался вклиниться между автомобилями, шоферы которых стояли у стоп-линии в ожидании зеленого света. Вот здесь, именно вот здесь стою. Вот. Стою. А белая машина вот там стоит, где грузовик стоит. Ага. Он в середину приехал, а у меня сцепил. То есть он между вами проехал? Да. Меня зацепил, дальше поехал, он потом автобус зацепил. Расшвыряв хлебовоз и седан, Алион выкатился к воротам дендрария, где тут же получил боковой таранный удар от ДЭУ. Автобус 107-го маршрута двигался к центру города на разрешающий сигнал светофора. Его водитель резко тормозить не стал, поскольку в салоне было много людей. Он на красный стоял, вот этот грузовик. Угу. А рядом еще белая машина была. А с середины он вылетает туда. Между ними, да, получается? Да, вот так. А мы уже тормозить начали, уже поздно было. Остался 5-10 метров. Ну, успел. У вас в салоне много пассажиров было? Ну, стояли тоже, да. В автобусе было около 30 человек. В больницу никто обращаться не стал. Люди наблюдали, как из смятого Алиона выбрались двое. Бросив своего умирающего товарища, водители пассажиры ушли прочь. Шофера теперь разыскивает полиция. Он станет фигурантом уголовного дела. Известно, что разбитая иномарка зарегистрирована на женщину. С места происшествия Евгения Куликова, Анна Карпова и Павел Рогатин. У остановки «Белоснежка» в северном округе Хабаровска под колеса иномарки попал 44-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии комы. Предварительный диагноз – перелом основания черепа. Это смертельно опасная травма. На проезжую часть в неположенном месте мужчина выбежал, чтобы догнать свою собаку. 24-летний водитель Toyota Mark II, сбивший человека, и его спутница не пострадали. Пара ехала в сторону пригорода в правом крайнем ряду. У пересечения с улицы Кирова автолюбитель остановился на красный сигнал светофора. После того, как загорелся зеленый, машина стала набирать ход. Чуть впереди и левее марка ехала еще одна машина. Из-за нее водитель Toyota и не смог вовремя увидеть человека, перебегавшего проезжую часть. Был для нас зеленый свет. То есть мы стали выезжать из-за этой машины, и вот человек перед нами оказался посреди капота.
Ну, естественно, мы уже не успели ни затормозить, там хоть минимальная была бы скорость, максимальная. Ну, мы ехали не на быстрой скорости. Он не смотрел, ну, на нашу сторону, да, он потом уже повернулся посмотреть, потому что он, наверное, услышал уже, что вот машина приближается. Пешеход попал под колеса иномарки в 10 метрах от зебры. По словам приятелей пострадавшего, выбежать на дорогу хабаровчанину пришлось из-за собаки. Свою хаски мужчина выгуливал в компании жены и друзей, но решил вернуться домой раньше, чем все остальные. Он даже успел отъехать на несколько метров от площадки, но заметил, что собака увязалась за его машиной. Чтобы пес не попал под колеса, горожанин оставил свой автомобиль у обочины и побежал ловить питомца. Собака побежала за ним, это хозяин собаки был. Жена ринулась сюда, потому что... Чтобы собаку не сбила машина. Он, видать, перевел, хач стоял вот здесь, ну, собаку зовут так, вот стоял возле дерева. Он его прогнал, пошел, видать, назад, и все, и получил. Друзья утверждали, что мужчина был абсолютно трезв. Водитель Toyota Mark II тоже. В этом полицейские убедились после процедуры свидетельствования. С места происшествия Анна Карпова, Ольга Соколова, Алексей Овчинов. На главной улице Хабаровска водитель «Инфинити» спровоцировал серьезную аварию, в которой получил травмы мотоциклист. Ситуация, в которую его поставил автолюбитель, не оставляла байкеру шансов уберечься. Несмотря на то, что со своего транспортного средства 30-летний мотоциклист спрыгнул сразу после первого столкновения. Авария произошла на стыке переключения сигналов светофора. Байкер ехал со стороны площади имени Ленина. Шофер встречного «Инфинити» намеревался выполнить левый поворот. Автолюбитель решил воспользоваться мощностью двигателя, совершить молниеносный бросок, пока встречный поток будет набирать скорость от стоп-линии. Водитель же мотоцикла тоже захотел воспользоваться подвижностью своего транспортного средства. Включившийся на светофоре зеленый свет стал словно сигналом к атаке обоим участникам этой истории. К моменту столкновения водитель кроссовера успел выехать на встречную полосу, а байкер будто прыжком преодолеть всю ширину пересекаемой Волочаевской улицы. О скорости, которую набрал мотоциклист, трогаясь со светофора, говорит такой факт. Место удара и застрявшего под автобусом ниндзю разделяют 57 метров. Большую часть этого пути байкер катился кубарем, и все же очевидцы были на его стороне. Загорелся зеленый, все начали трогаться, он тронулся, получается, полетел прямо, и в этот момент шла машина, которая не должна была поворачиваться налево, то есть, получается, как он должен был пропустить, он в него врезается и делает где-то оборотов 7-8 и спрыгивает, успевает с мотоцикла и машина, и вот как видите. Третий участник этих событий, водитель маршрутного такси, имел редкую возможность хоть как-то повлиять на ситуацию. В момент столкновения он отъезжал от остановки и, услышав сзади грохот, успел рассмотреть в зеркало заднего вида, что произошло. Увеличив скорость движения, он попытался разорвать дистанцию до скользящего на него Кавасаки. Трогаться хотел, вот в зеркало смотрю, а мотоцикл лежит, идет, лежит. Я думал, успею убегать. Я здесь был, например. Я хотел убегать все равно. То есть вы отъезжать, да, начали? Хотел. Я увидел, мотоцикл лежит, идет ко мне, а хозяин там упал. 30-летний мотоциклист в результате этой передряги получил сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и сломал ногу. За рулем кроссовера был 46-летний мужчина. Водительский стаж у него более чем солидный – 22 года. При наличии пострадавших в ДТП его виновника устанавливает дознаватель. Заочно же нарушителем полицейские предварительно назвали автолюбителя. При повороте налево он должен был уступить дорогу встречным транспортным средствам. С места происшествия Евгения Куликова, Александр Ефанов и Степан Симонов. Возле судостроительного завода перевернулся КАМАЗ, груженный отсыпным материалом. Щебень оказался на земле, а водитель самосвала в машине скорой помощи. Выяснилось, что 54-летний водитель КАМАЗа ценой своей машины и груза предотвратил крупную автокатастрофу. Водитель грузовика двигался со стороны южной окраины города. Конечный пункт маршрута находился на улице Лазо. Белый седан появился перед шофером многотонной машины как призрак, словно из ниоткуда, и затормозил на перекрестке. Он резко тормознул передо мной. Резко, натурально резко. Или он однотонно весом, или у меня 23 тонны. Он резко тормознул. Мне деваться некуда. Я наручник по тормозам. Чувствую, не успеваю. Водитель самосвала побоялся таранить машину на полном ходу и сделал попытку уйти от удара. В итоге разбил свою машину. Меня боком качнуло, и все, я пошел. Он до дерева полтора метра не доехал. И перевернулся. Самое главное, сам живу. А если бы я прямо пошел, я бы его растоптал, и там еще несколько машин. И были бы жертвы.
Регистратор очевидца запечатлел момент крушения. В левой части кадра появляется белая Toyota. Водитель седана сперва сбавляет темп движения, а потом начинает ускоряться. Следом за ним на полном ходу мчится 20-тонная махина. Водитель КамАЗа уводит машину влево, тем самым не только спасает от удара попутную иномарку, но и чудом разъезжается со встречным грузовиком Kia Bongo. Медики осмотрели шофера, диагностировали легкое сотрясение мозга и ушиб спины. Однако от госпитализации мужчина отказался. Водитель, спровоцировавший крушение, останавливаться не стал. Помимо серьезного ремонта рабочей машины, шоферу самосвала придется оплачивать восстановление дорожного ограждения. С места происшествия Анна Карпова и Павел Рогатин. Необычные ЧП и случаи, вызывающие улыбку, в третьей части программы. Далее вы увидите. Без мотора и мимо рельсов. На улице Краснореченской уехавшего в депо трамвая на ходу отвалился двигатель. Грозные переселенцы. В поселке Горького на балкон хабаровчанки залетел рой пчел. Выгнать их с лоджии удалось лишь пенсионеру, знакомому с пасечным делом.